Забавно, что даже бомж лежит, спит в кепке Сан-Паули. Ребят, всем привет, мы продолжаем гонять по евро. И я приехал в самый свободный, в самый безумный, в самый тусовочный город не только чемпионата Европы, но думаю, что вообще в принципе всей Европы, это город Гамбург. За что мы любим футбол? За то, что после него, так вот, эта фраза максимально подходит под этот город. Кстати, начинаются самые интересные матчи, матч плей-офф. Но думаю, что самое интересное будет не это, а то, что после футбола. Куча баров, улицы красных фонарей, ЛГБТ-турнир, который проводят специально под евро здесь, вот недалеко на фан-зоне. В общем, пристегивайтесь посильнее. Пожалуй, это будет самый безумный выпуск не только нашего трипа на евро, но и вообще в истории канала «Красава». Погнали! Красава! Самые красивые проститутки именно в Гамбурге. Хочется обнять каждую и в каждой зайти в комнату. 10 тысяч евро. Да. Это больше, чем я владею футбольным клубом. Снимать нужно аккуратно. Могут облить и мочой. То есть люди во время евро просто на улице трахаются? Конечно. Своих мужей, как собак, привязывайте здесь, к этому столбу. Или к мусорному баку. Блять, куда мы попали? Красава! Ребятки, короче, слушайте, на самом деле прикольная тема, нельзя было снимать в фан-шопе, нам это запретили, но я не мог пройти мимо этого места и не сделать футболку с 84-м номером. Отгадайте, для кого? Юра Дудь болеет за Сан-Паули. Юра Дудь болеет за этот клуб, и эта футболка для него. Юрец, официально заявляю тебе, мы должны вместе сгонять на матч сюда, в Гамбург, и на какой-нибудь хороший, не знаю, против Баварии или, может быть, какой-то дерби. Поэтому я тебя приглашаю. Ну, собственно говоря, ребят, вот как-то вот так вот. И мне кажется, что Юрцу зайдет наш подарок с вами. И погнали пилить выпуск. Просто, ребят, чтобы вы понимали, чувак лег на дороге, его никто оттащить не может. А это еще всего лишь час дня. Представляете, что здесь ночью творится? Расскажите, что происходит вообще здесь, на Рипербане. Это самое тусовочное место, наверное, во всей Германии. Это 900 метров красоты, 900 метров любви, секса. И в первую же очередь удовольствие. Вы сказали очень классную фразу, что самые красивые проститутки именно в Гамбурге, а не в Амстердаме. Я уверен в этом, потому что, проводя экскурсии на протяжении последних 10 лет, я сравнивал эстетические вкусы наших клиентов, которые приезжают непосредственно на Рипербан. И я обратил внимание на то, что и многие мне об этом говорили, что именно здесь, в Гамбурге, самые красивые проститутки. Они не похожи на проституток. Ну, понятно. Ну, такие... Похожих на автобус. Да, на автобус, да. В лифчиках. Официально проституция в Германии разрешена с 1 января 2022. Но сама улица Рипербан существует с 1900 года. Даже да, очень старая, да, прикольно. Да, даже Гитлер во время Второй мировой войны в Третьем рейхе не смог ее закрыть. Потому что на территории всей тогдашней, будем говорить, Германской империи, входящей в состав периода Третьего рейха, все публичные дома были закрыты, но Рипербан сражался до последнего и не был никогда закрыт. Продолжается мой внутренний челлендж отбить поездку на Евро и все походы на футбол за счет моих брозеров из BC Game. В последнем выпуске я не угадал исход экспресса, поэтому сегодня мне не только нужно сделать правильный прогноз.
Кстати, я думаю, что Швейцария не проиграет Англии в основное время. И тотал будет меньше 2,5, так как команды мало достаточно забивают и играют довольно-таки, особенно Англия, скучный футбол. Вот. Но еще и, конечно же, удачно поиграть в игры BC Game и наказать их. Сейчас я зарублюсь в одну из оригинальных игр моих брозеров из BC Game. Игра называется High-Low. Правила очень простые. Нужно отгадать, следующая карта будет больше или меньше предыдущей, и забрать свой приз. Ну что, погнали. Так, больше двойки, я думаю, 100%. Выше. Так, валет. Ниже. Есть, иди сюда, троечка выпала. Больше тройки, но я уверен, что больше тройки. Выше. Валет, иди сюда. Так, ну что, забираем приз. Так, ну что, еще маленький, но плюс копилочку, чтобы отбить поездку на Евро. Также напоминаю, что мои брозеры из BC Game специально под Евро и специально для аудитории канала Красава подготовили новый бонус. Первое, 1000 человек, которые зарегистрируются по промокоду Красава, могут активировать этот бонус по ссылке в закрепленном комментарии. Переходим по ссылке, регистрируемся в BC Game и забираем свои бонусы. Сколько баров здесь вот на протяжении 900 метров? Вот, таких, которые прям вот огонь-огонь. Думаю, что злачных, это самых основных, это 10. Но, если мы говорим вообще в целом, я думаю, что их больше 250. А что вы там нарисовали? Подождите, дайте посмотреть. Что это? Этот бар только для ladies. Only for ladies. А, этот бар только для девчонок? Да. То есть здесь, типа, приводите своих мужиков. А, мужиков, сюда. Да, а, мужиков нельзя. Мужиков садите на привязь. Мужиков сюда нельзя. Совершенно правильно. Своих мужей, как собак, привязывайте здесь, к этому столбу. Или к мусорному бару. В каком городе вы живете? Это же безумие просто полное. В отличном городе. Вот, вот, например, вот гей, вот Гай, которого вы видите здесь, ребята, хотел вам сказать, что это один из таких ведущих, скажем, именно клубов для гейской культуры. Это гей-клуб? Это гей-клуб. Совершенно обычный гей-клуб, да. Вот смотрите. Куда куда мужчины приходят за удовольствием с мужчиной. С мужчиной. Так, ребят, сегодня не только играются четвертьфиналы, но еще сегодня ЛГБТ-турнир. Честно, послушайте, на канале Красава было все, что угодно. И с недавних пор даже кладбище было. Но ЛГБТ-турнир? Вот такого не было никогда. Причем я хотел заявиться за одну из команд и сыграть за них, но немножко не успели по времени. Так что посмотрим, как это выглядит. Это Гамбург, это Германия, это Свобода и это Евро-2024. Ребят, что, смотрите, девочки играют против мужиков, то есть вместе в одной команде. Это нормально, ну, на самом деле, это правда нормально. Не так много зрителей на ЛГБТ-турнире. Ну, народ есть, народ пришел, болеет за своих. Мужчина или женщина приезжают в Германию. А как они получают разрешение на работу? Сколько они платят налогов за предоставление услуг продажи своего тела? Технически самый первый шаг – это нужно зарегистрировать себя как частный предприниматель. А, то есть это еще и типа ИП? Да, да, вы просто, да, вы, это девушка или этот молодой человек, который решает предоставлять сексуальные услуги. А что там написано? ИП, там, Савин Евгений Леонидович и предоставление услуг, секс… Да, серьезно? Да. Твою же мать, нужно фантастика. Будет перечислить, нужно будет очень важно, для немцев, так как немцы очень важно относятся к каждому шагу, нужно будет отметить, эта девушка будет выполнять какую функцию? Она будет только проституткой или она будет еще доминой? То есть будешь ли ты доминировать или над тобой? Вот сколько зарабатывает одна девушка на Евро в хороший день, когда, например, играет Германия вроде бы в Испании? Ну, если, на самом деле так, если стоимость от 30 до 50 евро так. За один половой акт,
Поэтому давайте так умножим приблизительно 50 евро на 10 клиентов, то есть минимум за ночь уже 500 евро. 500 евро на 20 дней – это где-то 10 тысяч евро. Да. Это больше, чем я владею футбольным клубом. Сколько платят на налогов? 40% вы должны учитывать тоже, уважаемые дамы и господа, что 40% уходит все-таки на… должно быть официально. Но опять же, вопрос другой – будешь ли ты показывать доход от каждого клиента? Ага. Или все-таки ты можешь как-то это, будем так откровенно говоря, скрыть? Грубо говоря, наебывать. Да, да. А девчонки, вот они. А они уже, вот она стоит. Фотографирует ли diese Arm? Женщина сказала, что нельзя фотографировать, но я думаю, что они не выйдут. Они не выйдут и нас бить не будут. Слушайте, у нас, там реально девчонки. Да, там ну, скажем, пятиэтажный стоят. Дом, но на четырех этажах, и сейчас они в работе. То есть вот девчонки в окнах. Так, да, подождите, поэтому... сейчас 2 часа они работают 10 4, минут. 24 на 7. Сейчас мы идем на улицу, самая такая, да, я слышал про нее, кстати, что там, она вроде даже как-то огороженная, я смотрел в интернете, она там огорожена какими-то чуть ли не там, ну, блокпостами, это громко, какими-то стенами. А там снимать можно или нет? Снимать аккуратно. Нужно, да, снимать нужно аккуратно. Я вам сразу хотел сказать, что непривычно, может быть, для женщины, для детей, которые туда зайдут, потому что могут облить и мочой. Мы говорим не только о кофе. В смысле? Если на территории Херберштрассе, как минимум, да, за ворота, будем так говорить, да, заходит видеооператор какой-либо, да, или заходит девушка, то рассчитывай на то, что... Кайф! Ты получишь снимай. Не только чашку кофе. Да, снимай, тогда ну, тебя мочой болит. Это и есть как раз-то улица красных фонарей, которые зажигаются ночью. Так забавно, что такой прям железный, как железный занавес, и уже оттуда люди потихонечку выходят, туристы, которые приехали на футбол. А вот мужчина договаривается. Да, мужчина договаривается, да, мужчина договаривается. Так, мужик договаривается, так не договорился. Что-то он решил вот, уйти. Да, 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 да. А, знаете, что прикольно? Прикольно то, что раз, два, три, минимум 4 банкомата. Тут 4 дома и 4 банкомата, чтобы люди снимали капусту и тратили их на женщин. Так, ладно, пойдемте отсюда, пока мочой не облили. Мы сюда еще вернемся, надев наши шикарные очки. Hello? You supporting football club Krasava? No? Гамбург, 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 гамбург. Я слышал цифру, которая меня реально шокировала. Во время чемпионата Европы сюда, в Германию, приехало около 90 тысяч эскортниц. 90, мать его, тысяч эскортниц. Целый город из женщин. Это правда или нет? Я думаю, что даже больше. Даже больше, да? Да, поэтому мухи летят, естественно, на мед. Ребят, короче, полное безумие. 1-1. Англия против Швейцарии. Я верю в то, что Швейцария не проиграет. Я верю в то, что... Слушайте, бля, англичане жгут, конечно. Так, ребят, пенальти. Самое интересное. Мурат и Кин целуют Сомера. Люди болеют за Англию. Короче, я думаю, что Англия выиграет. Правда.
Как чемпионат Европы повлиял вообще на Рипербан? Рипербан ожил. Я хотел сказать, Рипербан получил большой импульс. Опять же, ковид очень сильно побил. Во время ковида, как и многие, будем так говорить, предприятия мест досуга, клубы различные, дискотеки, опять же, они закрыты были. Сейчас же это наконец-то все вернулось. Сегодня вечером, да даже прямо сейчас, сейчас уже там идет живой бизнес. Вечером, естественно, когда окна будут окрашены в красный цвет, вы почувствуете саму атмосферу. Сводит с ума, там хочется остаться. Хочется обнять каждую и в каждой зайти в комнату. Самые безумные футбольные болельщики, которых вы видели здесь за время чемпионата Европы? Я думаю, что это все-таки Шотланд. Шотланд, no Scotland, no party, да? Да. Ну вот какую дичь вы видели? Вот прям самая дичь, которая вот даже вас удивила. Вы здесь, наверное, столько навидались. Это секс прямо на улицах. Это здесь происходит. Ночью это тоже здесь возможно. Здесь, на соседних улицах, все это происходит. То есть люди во время Евро просто на улице трахаются? Конечно. Конечно. Как в Мюнхене происходит Октоберфест, у нас это называется рэпербан. Блять, куда мы попали? You supporting Turkey or the Romania? I'm from Romania. You from Romania, eh? Yeah? Your pussy is gold? Yes. Mamma mia. Гамбург – крутейший город, на самом деле, чувствуется мощь. Есть спорт, есть деньги, есть крейзи районы, есть богатый остров. Очень крутой город, честно. Один из лучших, что я видел на чемпионате Европы.